Я решил снова переехать. Ба-бам! Этот городочек называется Гринвилл. Как Гринвью, сечете? Сечете, чем мы будем заниматься? Так, берем вот тачечку. И разблоки. Вот это я сейчас не понял шутки. Я через стены умею ходить. Вот это я человек-невидимка. А чё за лаги, я не понимаю. Ну-ка. А можно залезть? Залезть можно? А можно залезть? А может купить? А можно купить тачку? Купить тачку хочу! Господи, что ты делаешь с машиной? Блин, я купить тачку хочу. Ладно, сперва нам нужен ночлег. Переночуем в чужой машине. Такая себе иди... Ну, ёкарный. Почему все, что мне доступно, это закрытые машины? М? Так, выбор заданий, игроки, магазин. Вот что тут есть? Лакшери спо... Серьезно, да? Это город машин? Кто-то там разбился. Жесть. Тюнинг. Что это такое? Меня чуть не сбили. Справка и учебное пособие. Мой гараж. Гараж и чайный ток транспортного средства. Выбор задания. Бургер, рыцарь, кассир. Отлично. Твоя работа... Замечательно. Твоя работа... Свечит то бургер... Кнайт, воркер. Вы не подумайте, это не Бургер Кинг, это Бургер Найт. Блин, и как долго мне педалировать туда? М? Офигеть. Вот знаете, у меня такое ощущение, то что этот город, это бесконечная стоянка. Обалдеть, действительно, вон край. Офигеть. А вот это вот coming soon, я так понял. 12 часов ночи, вот это я заспавнился, конечно. Но, блин, это точно не Burger Night. Это какой-то отель. Но мне-то он и как раз не помешает. У меня 3500 чего-то. Валюты мы пока не знаем. Road test parking only. Угу. Это офис. Мы пришли в какой-то офис тут по телеку. Тут по телеку идет вести. Что? Это мои номера. Давайте будет вот это. Что? Это вы настроили все, что хотите. 10 000. Возможно, сначала захотите изменить текст. Все ясно, следующий город. Что говорите? Белхейвен? Что это за мутант? Господи! Лучше Брукхеймер. Лучше, чем Брукхеймер на РП. Это вызов. Это вызов. Мы должны там все раз хреначить, чтобы он стал худше, чем Брукхеймер. Ну а чё, Брукхейвен мне нравится своими багами. Своими фантастическими багами, с помощью которых мы... С помощью которых мы... Шо це за дебилизм? Почему всё из лего?
Почему здесь гигантская тетка? Кто ей так присобачил волосы? Почему у нее маленькая голова? Мама, я хочу домой. Мама, роди меня обратно. Ну, мама. Привет, я Эпик Дюдь. Эпичный чувачок. Ты можешь получить у меня квесты. Зачем? Я ничего не хочу. Одежда. Шикарно! Здесь даже слоты с одеждой не закрываются. Это все, да? Это все, что вы можете предложить. Роблокс колу я тут. Почему у меня в руках сыр? Фруктовая сода? Нью-строллер. Коляска, вы издеваетесь. Нахрена мне коляска? Вашу шказус. Кто это и... Блин, зачем? Лучше, чем Брукхейвен. Ага, ага, так ей поверил. Я даже не знаю, как назвать того, кто... Спайдермен, Спайдермен. Он самый лучший в мире. Так. Ты кто, блин? Ну-ка, Балди. Спайдермен, учитель Балди. О, прикольно. Причем тут сказано за 15 робоксов. А я взял бесплатно. Что это за мутантище? Ну-ка, что будет, если... Оп, младенец. Я в пеленках. Ну-ка, я ползаю. Я взрослый мужчина. Блин. И что произошло с этим городом? А, погоди-ка, я Спайдер-Флэш, который не может прыгать. Да ладно вам, Васи. Я не могу прыгать. Ата, стой. Roleplay name. Что? Зачем тут окна? Roleplay school. Нахрена кто-то поставил дорожки, если на них нельзя запрыгнуть? Создатель этой карты, я тебя... калечил. Я тебя очень сильно калечил. Я тебя очень нехорошо калечил. Блин. Я серьезно не могу даже выбраться из вот такой вот ловушки. Да вы чё? Верните мне Брукхейвен. И тут я зашел в свой любимый город. Да-да. Именно он. И я понял, что с ним что-то не так. Почему? Почему идет война? Почему в меня стреляют? Зомби! Какого х... Васю здесь делают зомби? Почему тут тачки разломаны? Нет! Неужели? Неужели Вьетнам вернулся? Нет! Скоростной зомби. Ах ты хитрец. Давайте спускайтесь, трусы. По башням стреляю, как бог. И только посмейте сказать, что я в шутеры не умею. Вот по зомби же стреляю. Ну и что, что они подходят, ну и что? А! Так, смена оружия. О, зомби! Гаргантюа! На нафиг! Слушайте, а мне нравится эта пушечка. 6. Это меч! Ябада-баду! За землю! За Брукхейвен! Мы будем мочить всех гадов! По башням стреляю, как бог!
Спасибо, братан. А, это Лев. Спасибо. Не бр... И в конце концов я решил просто убежать. Валим, валим, валим на гелике. Я реально так трусо бегу. О! Зомбак застрял. Я этим, конечно, воспользуюсь. Но, блин, пестик, он будет поудобнее держаться в руке. Ого! Вот это мочилово. Вот это да, куда я попал? На мой любимый город напали зомби. Как вам не стыдно? Ко мне подходят. Фух, спасибо, спасибо, пацаны, спасибо, девчонки. Почему тут только девчонки? Где пацаны? Где пацаны? Пацаны, выручайте. А пацаны на крыше, трусы. А, вот один. Чернокор. И он исчез. Единственный чувак, который здесь есть. Так, прикрываем, прикрываем спину, спину прикрываем. Все хорошо будет. Мы вернемся домой живыми. Я вам обещаю. Мы вернемся домой живыми. Мы вернемся живыми. Если не вернемся, то передайте командиру, что я не люблю войну. Ё-моё, что это за тачмобиль такой? Толкатель. Йоу, я подбросился. Так, ну-ка, сесть. Все, пацаны, 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 садимся, садимся. Их слишком много. Садимся, давайте. Давайте садимся. Да не зомби. Сейчас собью их нафиг. На, размозжил мозги. Садимся, садимся, пацаны, садимся. Девчонки, садитесь. Да-да-да, на крыше, на крыше. Давайте. Давайте, ну чё вы как не родные, ёкерн бобель. Всё, поехали, поехали отсюда. Поехали отсюда нафиг. О-ху! Мы нашли классное убежище. Да, детка? Ну что ж, раз уж мы одни... Следовало бы. А! Что? Это всего лишь сон. Фух. Что это было? Я не понимаю. Почему на этом здании знак Омега? У меня деревце растет. Ох. Что это было? Надо бы перекусить. Ялочка, сейчас захомячу. Ох. Я не понимаю, что это? Что это такое? Надо бы расслабиться, телек посмотреть. Ох. Да, про дельфинчиков, самое то. Успокаивающее. BBC какой-нибудь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Развалился-то как? Смотрите, какой напыщенный. Ох, а завтра мы пойдем на работу. Но, скорее всего, уже на новую работу, потому что преступности тут как не бывало с тех пор, как я стал полицейским. Надо бы отвлечься от этого. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И, в общем-то, ставьте лайки для продолжения этого сериала. Фух. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. О, вот это-то. То, что надо.